По одной из версий, у названия балаклава турецкие корни, и это переводится как рыбный мешок. Серьезно? Угу. А что, а где рыба? Я бы сейчас положил пару в свой мешочек. Положим. Смотрите, как здесь красиво. Здесь как в Монте-Карло. Да здесь даже лучше, чем в Монте-Карло. Это потому, что ты в Монте-Карло не был, а здесь был, да? Я был в Монте-Карло. Я сейчас не про кафе в Майкичах. Тогда не был. Но здесь лучше. Это да. Балаклава – это первая база русских кораблей в Крыму. Да, и последняя для многих турецких. Кстати, именно здесь, в Балаклаве, снималась сцена для фильма «Девятая рота» с сожжением Ан-12. И сцена стоила, внимание, 450 тысяч долларов. Ну, это не первый раз, когда русские в Крыму такие деньги прожигают. Ну да. Все-таки жалко, что не все знают, как здесь красиво. А надо, чтобы здесь один раз Кокорин тусанул, и все сразу узнают об этом месте. Ну да, ты прав. Кстати, в Балаклаве очень вкусная рыба. Можно попробовать ставриду, кефаль, катран, пеленгас. Да-да, я рекомендую вам поспешить.